Парни, всем привет. Ребята, девушки, парни, всем здорово. С вами, как всегда, я, диджей Борискин. Сегодня покажу вам парк Горького, центральный вход. Это вот улица Гоголя. Начало оно отсюда берет. Ну и туда дальше. Вот. Самый любимый мой парк, самый любимый парк вообще всех алматинцев. Ну, он такой, как знаете, обжитый, душевный. Вот. Я сегодня решил сюда пойти. Сейчас чуть-чуть прогуляюсь. Вообще хотел на велосипеде покататься, но что велосипед там люфт в педалях был. И я решил его дома оставить, чтобы где-то по дороге не сломался. Вот. С собой, как всегда, я взял вон бутылочку колы, кириешки. И сейчас чуть прогуляемся с вами. И потом посижу немножко на скамеечке. Такая вот тут красота. Отсюда я редко захожу с центрального входа. Поэтому и решил именно отсюда вам показать. Вот там какая-то развлекуха для детей, что ли, или что. Вообще он большой, тут и аттракционы, и все есть. Но я на аттракционы не пойду. Так. Обычно вон там внизу, если по дорожку мыть, я сижу ближе к воде. Это центральная такая дорога. А вверху велодорожки. Ну, вот на нижней стороне тоже есть велодорожки, но там больше всякие прокаты, короче, там больше с детьми гуляют. А вот вверху именно можно про этот походить, ну, покататься. Хотел обойти ее, что ли, то там. Наверное, это долго будет. Ладно, пойдемте лучше сразу к воде посидим на скамеечке. На травке тут вот такая красивая, деревья все подстриженные, приличные, елочки, сосны, все такое. Так, звук надо сейчас убрать чуть-чуть, а то потом меня YouTube заблокирует. Так, ну все, где музыка играет, я прошел это место, потому что я не хочу, чтобы меня YouTube ролик заблокировал, короче, вот, поэтому я стараюсь без музыки вам показывать. Такой парк. Красивое, конечно, место, но я вообще не люблю отсюда заходить. Ну, всякие красивые вот статуэтки. О, это, по-моему, 12 знаков зодиака, да, точно. А, или год. А, это года, наверное, год змеи, да? Нет? Год зайца, по-моему. Кого еще там бывает? Да, давно я тут не был. Именно с центрального входа захожу, вечно не пойми откуда. А, это года, да, зодиаки. По-моему, вот они, смотрите. Прям вот в кружках сделаны. Ну, все. Так. Пошлите куда-нибудь сюда подальше. Пройдемся дальше без нее. Ребят, стараюсь камеру не трясти, но как получается. Сегодня я ездил, короче, работу себе искал новую. Вот. Потому что хочу побольше денег зарабатывать. Как всегда. Это всегда такое было. Предложили, в общем, работу айтишником неплохую такую. Попробую, посмотрю, что как получится. И вот, уже на собеседование я съездил, короче, и решил обратно остановиться в парке, немножко прогуляться. Да, сегодня катаюсь на автобусе. Вот. Что я хотел сегодня с собой велосипед взять, думал, в горы куда-нибудь поднимусь, а то вниз как полечу быстренько. Велосипед оказался чуть-чуть подломанный. Вот что значит, детям дал покатать, все. Я на нем сколько катался, блин, везде нормально было все. А детям дал покатать и все. Ладно. Починю потом. О, кто-то хоть в тенечке идешь. Тут в тенечке, ребята, вообще классно. Блин, я жду не дождусь быстрее на свою скамеечку. Кириешки с колой покушать хочу вообще. Ну,
Вот такие вот, такие вот дела. Пройду сейчас через самые, наверное, одни из интересных мест, покажу вам. Ой, тут парк, ребят, вообще большой, по нему можно долго ходить. Не, ну на велике быстро, конечно, его можно объехать весь. Так, пешком долго. Что по поводу красаутов, почему на красаут не выходят ролики. Сейчас я там готовлю ролик, короче, по банам вот этих трех кланов. Свое мнение тоже выскажу в нем. А также ставлю разговор вам этот. Вот. Я его уже, вернее, смонтировал, но он сейчас рендерится, то есть сохраняется в один файл, потом уже я его закину на YouTube. И он там получился 4-часовой или еще больше. Ну, там много разговоров было. Ну, чтобы не скучно их было слушать, я, короче, там еще ставил эти нарезку клановых боев, лучшие моменты. Вот. Ну, это как всегда, тут всякое такое. Лошадки, кареты вон с лошадками. Сцена, паровозики. Там городок, ну, такой, по которому висят человек. Вот тоже такой интересный. Деревья, сейчас попозже фонтаны включат. Ребят, уже у нас такая жара сейчас, это просто капец, уже 30 с чем-то градусов стоит. Ну, чего вы хотите, май месяц. Там дальше всякие, я не пойду, там много аттракционов, детей, шумно. С вами вот так завернем. Пойдем там, где поменьше народа, побольше кислорода, как говорится. Вот. Покажу вам еще всякие деревья красивые. Представляете, у нас вот такая вот вся красота прямо в городе. Город наш стоит у подножья гор. Огромных, больших гор. Я тебе говорю, вот алматинцы хоть каждый день могут в горы ездить. В последний раз я хотел тоже подняться в ущелье Алмарасан на машине, где колдину поломал коробку. Не, ну на самом деле, ребят, там коробка была просто уже очень сильно изношена, очень старая. Она бы все равно через 2-3 дня сломалась, а тут я ее добил, короче. Мы ехали в горы, передо мной грузовичок ехал, так, так медленно ехал, бесил меня. И я на двойке ставлю, она на двойке вообще не едет. Не, на элку поставил, как дал ей в пол. Грузовичок обогнал, и коробка сдохла. Короче, вот так. Хочу вам прикольный домик показать, перевернутый такой. Да, он очень такой прикольный. Ну, необычно, по крайней мере, смотрится. Ну-ка, фотку можно сделать? Ух ты, еще фотку можно прямо во время видео делать. Ну, крутяк. Еще, знаете, что сегодня ехал в автобусе, обнаружил, что у нас, оказывается, в городе Wi-Fi халявный есть, даже пока в автобусе едешь, пока вот там пешком идешь. Вот, короче. Так, ладно, там аттракционов много, нафиг их, нафиг, пошлите сюда. Домик. Конечно, прикольно, особенно машина, то, что вверх ногами висит, это вообще. Интересно, как вот с мобильника можно ли стримы снимать, прямой эфир сразу делать, вот, допустим, чтобы на телефоне основная камера, вот как сейчас снимала то, что я иду вперед, снимаю, а лицевая камера, чтобы меня в углу снимала, вот не знаю, надо как-то научиться так делать. Я сегодня пока смотрел, ребят, с утра с видео, как можно сделать стрим на компьютере лучше. Да, чтобы ресурсы не занимать. Короче, знаете, либо надо покупать видеокарту какую-нибудь такую нормальную, приличную, чтобы кодек NVENC поддерживала. Вот. Либо AMD там какой-нибудь. Ну, лучше NVENC, потому что ее настроить легче, потому что большинство игр под NVIDIA, ребят, оптимизированы. Поэтому, конечно же, лучше NVIDIA брать. А есть еще второй вариант, настроить второй компьютер для стрима. Можно через карту видеозахвата, а можно по LAN-кабелю. Скорее всего, второй вариант, он более такой лучший, вот. И, наверное, я, скорее всего, его сделаю. Так, ладно, чуть пройдем, я пока закрою, чтобы музыка не играла сильно. Потому что тут YouTube ее заблокирует. Да, это, конечно, вообще, если тут
Музыка-то. Вот тут тоже развлекуха всякая есть. Там дальше велодорожки всякие. Вообще вот эта нижняя часть парка самая любимая моя. Да, ребят, я стараюсь камеру не трясти, но уж извините, как получается. У меня в руках кола с кирешками, одной рукой заткнуть телефон получается, вот. Вот, короче, чуть-чуть дальше я пошел. Хочу пойти ближе к воде, туда посидеть. Там музыка хорошая играет. Ну да, это вот, кстати, вот этот один из ресторанов там на воде будет. Возле которого я обычно всегда сижу. Ну, я чуть ниже там ухожу. Так, закрываю микрофон, ребят. Так, вот велодорожки такие хорошие. По ним вообще кататься классно. Вот эти красные. Вот. Сделаю вам ролик. А, кстати, у меня он где-то есть. Надо просто выложить в YouTube. Я все эти дорожки объезжал. Парк показывал на велике как раз. Вот. Сейчас просто идем к воде. Посидим чуть-чуть. Кто-то, ребят, выезжает на дикую природу, а у нас дикая природа прямо в городе, ребят. Вот такие вот дела. Ну все, ребят, всем пока-пока. С вами, как всегда, я, диджей Борискин. Снимать больше не буду, потому что тут музыка играет. Вот. Просто посижу, отдохну. Давайте, всем счастливо, удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте. В общем, чуть попозже, может, по красауту поснимаем видосы. Просто я немножко расстроился, ребят, из-за того, что топ-кланов заблокировали. Пацанов жалко. Я как бы ежедневку захожу, в красаут прохожу, но вот особо желания ролики снимать нет. Про блокировку я ролик выложу. Ну там посмотрим, может какую-то нарезку сделаю из старых боев, из лучших моментов и так далее. Ну красаут я бросать точно не буду. Вот, так что, ребят. В общем, увидимся, как увидимся. Давайте, всем пока, ребят.